Самый известный осетин в мире отмечает свой юбилей. Выдающемуся музыканту, известному дирижеру, народному артисту России и заслуженному артисту Южной Осетии Валерию Гергиеву исполнилось 70 лет. Всемирно известный музыкант невероятным талантом покорил тысячи сердец любителей классической музыки. Его имя неразрывно связано с Мариинским театром. Вот уже 27 лет он является его бессменным художественным руководителем. Именно под его руководством театр приобрел статус всемирно известного. Валерий Гергиев родился и вырос в Северной Осетии. Там же получил первое музыкальное образование. Учился в музыкальном училище в классе фортепиано и дирижирования. Потом консерватория в Ленинграде. Стремительными темпами Гергиев поднимался по карьерной лестнице и совсем скоро возглавил Мариинский театр. Музыкальная и общественная деятельность Валерия Гергиева отмечена множественными наградами. 14 лет, когда совершенно неожиданно я потерял отца, он был участником Великой Отечественной войны, но я находил опору и силы, и желание двигаться вперед уже благодаря тому же Бетховену в плену, что ли, его идей, мысли и его неукротимой такой воли. В Южной Осетии Валерия Гергиева любят и ценят. Он стал символом благородства и милосердия. Глава государства Алан Гаглоев адресовал слова поздравления художественному руководителю Мариинского театра. Президент подчеркнул, что незабываемый концерт «Реквием» в центре разрушенного Цхинвала в августе 2008-го наполнил сердца жителей надеждой на мир и свободное будущее. «Вы человек не только многогранного таланта, но и невероятной энергии, постоянного творческого поиска. Заслуженная награда за ваш труд, искренняя любовь и благодарность почитателей и ценителей современного музыкального искусства». Гаглоев выразил уверенность, что впереди у маэстро много творческих свершений и побед, а преданность зрителю поможет ему создать еще немало концертных программ. Стелла Бязарова, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.